70 человек утонуло с начала купального сезона в Казахстане. 30 из них – это дети. О печальной статистике на брифинге в Астане рассказали представители МЧС. При этом в ведомстве отметили, что эти цифры ниже прошлогодних показателей. В 2023 на воде погибли свыше 80 казахстанцев. Причиной в том, что люди не соблюдают правила поведения на водоемах и купаются в необорудованных местах. В начале купального сезона 15% или 10 случаев утопления зарегистрировано в разрешенных для купания местах. 85% или 54 случаев утопления в стране зарегистрировано в несанкционированных, а необорудованных источниках воды. Сведения о безопасных местах размещаются в источниках средствах массовой информации и на сайтах акиматов и региональных департаментов по чрезвычайной ситуации. Сейчас специалисты уделяют особое внимание безопасности детей. По их словам, именно несовершеннолетние чаще всего плавают в необорудованных местах и без сопровождения взрослых. На помощь сотрудникам ЧС в этом плане приходят полицейские. Они выявляют нарушителей, проводят профилактические беседы с родителями и штрафуют. Как показывает анализ прошлых лет, количество неблагоприятных происшествий на водоемах напрямую зависит от уровня так называемой культуры безопасности граждан. Низкий уровень, который отражается не в осознании населением, особенно детьми, опасности, связанные с нахождением в воде. Поэтому профилактическая работа, направленная на обеспечение безопасности граждан, проводится круглый год. Вместе с тем, в учебный период 3400 детей обучены навыкам плавания.